Сегодня прошло расширенное аппаратное совещание при главе города. Руководители структурных подразделений отчитались о проделанной работе. Представители федеральных структур доложили о некоторых изменениях в законодательстве. Обо всем подробнее в нашем материале. В начале городской планерки глава Бердска Евгений Шестернин сообщил, что управляющая делами городской администрации Анна Чекмазова сдала свои полномочия в связи с переездом. На ее должность назначили Наталью Крестьянову, которая работала начальником отдела по жилищным вопросам. Кроме того, с днем рождения поздравили начальника отдела культуры Оксану Макриенко. После этого начальник управления земельных отношений горадминистрации доложил о проведении гаражной амнистии в Бердске. Поступило заявление о предварительном согласовании 750. Издано постановлению 550, предоставлена в собственность 371 земельный участок, при этом одновременно произведена регистрация на 132 гаража. Значительно возрос также объем непосредственно самих работ по каждому заявлению, так как результатом работ является то, что Управление земельных отношений непосредственно выдает выписку о государственной регистрации права. И, соответственно, граждане, они освобождены от обязанности самолично обращаться в Росреестр за регистрацией права, ну и, соответственно, от уплаты госпошлины за регистрационные действия. Заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции номер 24 по Новосибирской области рассказала о новых мерах поддержки бизнеса. По двум категориям налогов есть перенос сроков уплаты. По упрощенной системе налогообложения уплата налога продлена на полгода. Срок уплаты для организации перенесен с 31 марта на 31 октября 2022 года и для индивидуальных предпринимателей с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. Причем хочу обратить внимание, что в новые сроки уплаты налог должен быть уплачен не одномоментно, а по 1/6 части, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты. То есть сам по себе перенос на полгода и плюс еще равными частями в течение 6 месяцев. После этого на городской планерке перешли к рассмотрению текущих вопросов. По сообщению руководителя Бердского отдела МВД, за неделю поступило более 400 сообщений. Задержано 11 правонарушителей. По сообщению начальника отдела надзорной деятельности, в городе произошло 6 пожаров. 2 пожара в частных жилых домах, 2 пожара в надворных постройках частных жилых домов и садовых обществах. Также произошел один ландшафтный пожар в районе ТОПХ Любавина, микрорайон Юго-Западный. Причинами пожаров послужила неосторожность при курении – один случай, короткое замыкание в электросети – один случай, эксплуатация печного отопления с несоответствующей отступкой и повреждением дымохода – 2 случая. В 2 случаях причинами послужила неосторожность с огнем лиц. Также проведены выездные обследования по местам возможного перехода огня на объекты города. Учащаются случаи возгорания. Тема одна. Отопительный сезон, печи. Здесь какие мероприятия вы планируете? Максимально взаимодействуем со СМИ города. Также рейдовые мероприятия сейчас уходят с многоквартирных жилых домов и наиболее, так скажем, сконцентрированы в частном жилом секторе. Особенно со старой застройкой, то есть центр непосредственного города. Там, где еще не прошла газификация, и люди еще используют достаточно обширное печное отопление. Вот, со стороны администрации... Может, нам есть смысл рейды делать? Я далек от истины, что в каждый дом нужно заходить, но, по крайней мере, визуально видно по коньку крыши, в каком состоянии труба находится. Если она уже вся полурассыпанная, то нетрудно догадаться, какое есть состояние ее, этой трубы в чердачном пространстве. Отсюда все проблемы. Исполняющий обязанности главного врача Бердской центральной городской больницы доложил о температурном режиме в медицинских учреждениях. Все адреса, за исключением детской поликлиники номер 2, подключены. Детская поликлиника 2, там, насколько я понял, авария общегородская. Соответственно, там сейчас не подключены. Все остальные идут в заполнение. Как ведется прием детей? Детей у нас идет там самая маленькая поликлиника. Мы переключили на первую. То есть в первой поликлинике все диагностические службы, они заведены на первую. На Анатолий Ушакова. Иванович, микрорайон, у нас там нет аварий. У нас сегодня отключено ЦТП-26, это здесь вот в центре города. И на микрорайоне отключены 2 дома, Рогачева 14, Рогачева 16.
Больше у нас отключений нигде нет. Примите срочные меры, Захаров Владимир Николаевич. Подключайтесь к технической стороне этого вопроса. К технической. Откуда они взяли аварию, где они ее нашли, эту аварию? И почему ее... В помещении нет отопления. Также на аппаратном совещании доложили об обращениях граждан. Социально значимых обращений не зарегистрировано. Все остальные находятся в работе. Аварийных отключений электроэнергии не было, сообщил заместитель начальника Бердского РЭС. Глава города поинтересовался, есть ли в городе объекты социального назначения без резервных источников питания. Нет ни одного. Уже Ростехнадзор проверил, 5 кабелей всего. То есть дело в том, что некоторые кабели у нас подолгу на повреждение. Но мы отчитались, что у нас сеть состоит из еще такие есть пункты, значит, распределительные, вот, и там у нас 2 кабеля на повреждение, но эти пункты имеют не только 2, а минимум 3 питания. И постоянно идут жалобы с Южного о том, что у нас за последние, скажем так, 2 года такого количества отключений не было даже, когда мы строились. С чем это связано? Аварийных не было. И за последний практически месяц. Но дело в том, что Южный сам является стройкой, понимаете, строящейся. И от него запитываются другие, значит, собственно, потребители. Там постоянно вводятся подстанции. Вот. Их на данном этапе более 30. Вот и еще сейчас одну запускаем. Об уборке и ремонте дорог, а также о реализации национальных проектов доложил руководитель управления ЖКХ. С территории города было вывезено 44 тонны мусора, также 44 тонны было вывезено смету с территории города и вырублено поросли и вывезено 76 кубометров. Также продолжался аварийный ямочный ремонт, подготовка к зимнему периоду был выполнен ремонт на площади более 224 метров квадратных. По капитальным вложениям продолжаются у нас работы на экопарке. Срок выполнения работ у нас до ноября месяца, то есть процент выполнения по состоянию на сегодня составляет 78%. Ну, в принципе, идем в графике, малые формы уже установлены. На следующей неделе подрядчик при наступлении положительных температур приступит к укладке мягкого покрытия на площадках. Также заканчиваются уже работы на Горького 2. На этой неделе приступим к доасфальтированию тротуарных дорожек и начнем со следующей недели устанавливать малые формы. Руководитель управления капитального строительства рассказал о реализации программы догазификации. Руководитель управления образования доложил, что в образовательных учреждениях температурный режим в норме. Кроме того, обсудили работу общественного транспорта. Мы отвлекаем транспортные средства на мобилизацию. Не стала об этом говорить, понятно. Снимаем иногда с маршрутов. Так точно. Иногда объявление как до жителей доходит? Через средства массовой информации. Исполняющий обязанности руководителя Бердского отдела управления Росреестра по Новосибирской области рассказал о работе нескольких горячих линий. Также в Бердске готовится к декаде пожилых людей. Она стартует с 1 октября.